Привет, друзья! Сегодня вы посетите контактный зоопарк Бахчисарай. Этот зоопарк нравится не только детям, но и взрослым. Приятного просмотра! Смотри, какая! Смотри, раз, спрятался. Ничего себе, да? Слушай, я первый раз кенгуру я вижу. Я тоже вижу. Особенно, когда с сумочкой, так интересно, да? Да хорошо, что хоть получилось. Ну да, смотри, так не за... Вот, смотри. Маленькая кенгурюшка. Как прелесть вообще. На пинчера карликова похоже, да? Маленького. Такие хорошие. Пойдемте прогуляемся по зоопарку. Сурикаты. Это слушай, тимоны, такие интересные, да, которые... Тимон и Пумба, да? Думаю, что это сурикат был, да? Мультик. Да, это сурикат. Жаль тоже, видишь, но вот отражение идет, как бы отражает. Все-таки зоопарк контактный, летом сюда, ну, открывается. Слушай, а можно с того заходить, да? Или нет, не знаю, вряд ли. Но зато, ребята, как бы еще зима, и мы можем наблюдать всех животных, пускай даже за стеклом. Красивые лисы, да? Ох! Так ты смотри, как они. Смотри. Видел? Да, смотри. Я тоже так умею, да? Именно разных пород, да? Этот белый, черный. Вот это самая такая вот резвая, это вот рыжая лиса. Красивый зоопарк, друзья. Обязательно будьте в Бахчисарае, обязательно посетите. Главное, чтобы в камеру не клюнуло. Чтобы быстро. Ну там хорошо, да? Там прям создали для них все условия. А можно маму туда заходить? Красивый тигреночек, ладно, его кормят, не будем нарушать трапезу. Какие вы маленькие такие! Так вот ты какой, Саймири! А вы видели, да, этих обезьянок? Ален? Аленушка, видели этих обезьянок? Такие прикольные. Ой, какие! Маленькие такие, смотри, класс. Чайки? Утки. Лошадка. Ну там коровы индийские, местные. А вот эта вот лошадь, друзья, самая большая лошадь в мире. Это тяжеловес. А где-то здесь была табличка. Как-то мы уже эту лошадку снимали. Друзья, я не помню название этой лошади. Как его звали? Бельгийский тяжеловес. Лошадь приживальская. Друзья, ну, не помню точно. Я вот здесь вот внизу напишу, как называется эта лошадка. Но она очень огромная. Она очень-очень огромная. Друзья, чем мне нравится контактный зоопарк, то что можно подойти к животному, погладить его. Похоже, да. Это журавль, да? Или цапля. Откуда? Она вот здесь. Где-то вылезла, да. Вот здесь она где-то вылезла, не трогать. Не может зайти, смотри, будет сейчас ходить, кушать хочет. Бедный. Друзья, ну мы спасли ее, но ее брать в руки нельзя, надо позвать кого-то. А, ну может есть норка, да, здесь? Да, ну не норка, они там зайдут и пропадут. Сейчас все кушают, сейчас обед. Слушайте, вы меня только руку не оттяпайте. Олененок и верблюды вон. Слушайте, такой хороший. У нас в Крыму много оленей водится. Вот в горах Демерджи, и вот где мы были, в Большом каньоне Крыма, они там тоже есть. Косули, олени. Надо меня обнюхать обязательно. Ладно, верблюдов мы трогать не будем, чтобы он нас не плювал. Зебра, друзья, зебра.
Кстати, мы сюда заходили, сейчас уже закрыли, видите, вольерами. Было открыто, а мы заходили спокойно, да, трогали зебру, гладили ее. Лошадь той же породы. Посмотрите, развлекуха. Вот такое вот развлечение здесь не было, это поставили недавно. Дикие кабаны обитают в южных частях Крыма. А что там, Алёшка? Солнышко, балдеем. Запах не передается камерой. Запах здесь, друзья, вот именно вот туда дальше идет. Просто там свиньи воняет. Находятся, и, видимо, вот они за них. Воняет не передать мне. Да. Аж глаза заслезились. Видите, у меня глаза покраснели. Режет. Сейчас ветра гуляют в Крыму, особенно в горах. Ну, благо то, что лес сильно не дает, как бы, ветру разгуляться, но ветер сильный. Или альпака это? Да вроде альпака. Ламы другие, да, альпака вот это все. Смотри, зубы какие. Дружище, тебе надо к стоматологу сходить. У тебя что-то с зубами. Ленька, так на тебя похоже. Ты такая хорошенькая. В небе ангелочки летают, как цветочки. Ты тоже красивая. Голубоглазая, да? А вон, кстати, табличка, можно и посмотреть, что это у нас альпака. А вот маленький, смотри, он мне соломку принес. А тебе зимой. Какой он хороший. Что это у нас за существо? Альпака, точно, друзья. Это у нас альпака. Красавцы стоят. Для них самое лучшее обитание — это Крым. Тепло, солнышко. На сухо. Привет. Привет. Приятно, когда с вами здороваются, да? Прям руку тянет, поздоровайся со мной. Было бы так, да? На самом деле они просят у нас покушать. Ты бы лифчик одела. Здравствуйте, как вам отдыхается? Понятно. Слушай, попа красная. Это макака, да? Злится, смотри, злится. Слышь, что делаешь? Пап! Конюк обыкновенный. Сарыч еще называют. Дасна. Папа не опасный? Ну, это птица, ну, охотник. Питается мясом. Глаз выколоть может. Смотрите, как у нас обезьянки в Крыму загорают. Она лежит сейчас, такая раз, почухивает себя ножку. Пап, смотри, пап. Они еще на машинке покатались. Ну да. Мешаем им отдыхать, да? Хотя они привыкли уже к нам. Людям любопытным. Ну, они такие миленькие, друзья, согласитесь, да? Ну, как на них не посмотреть, да? Это, между прочим, друзья, японская макака. Вот, кстати, вот этого попугая я бы хотел себе приобрести когда-нибудь. Это вот мечта моего детства, вот такого попугая иметь. Это какакаду, да, у нас? Либо ара, либо какаду. Похож на какаду белый. Ара, он разноцветный. А, да? Тут есть название, но это название других попугайчиков. Это ворон у нас. А нет, вот смотри, Ален, тоже красивый. Жаль, отражает. Да, это какаду. Это черный, а то белый. Да, вот черный какаду, тоже красивый.
так он там выглядит, друзья. Похоже на неразлучника, но тут они достаточно такие большие, старенькие, да? Амазон синелобый. Друзья, вот эта обезьяна как-то была. Давали банан. Или бананом. И Богдана схватила, короче, эта обезьянка за руку. И начала тащить к себе. Блин, мы испугались, вытянули его. У него хвост очень длинный. Но они такие вредные, друзья. Вот их и посадили сюда за стекло, потому что они очень непослушные ребята. Вреднюшки. Черные. Да. Вот там вот черная обезьяна, посмотрите. Это вот Богдана. За руку схватила, начала тащить. Это ара. Вот там кокоду прикольный тоже. Куточек потерял. Гиацинтовая ара. Так, где моя семья потеряла? Вот он, красавец. Это лев африканский. Красивый парень. Ох, смотрите, 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 как он себя ведет. Смотрите. Он не поймет, он видит камеру, и он не знает, как себя вести. Видите, видите, как ведет себя, вот камеру видит. Привет. Привет, мой хороший. Привет. Привет, мой хороший. Какая огромная кошечка. Ох, дотронулся. Хороший, хороший, хороший. 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 Я его погладил. Че? А, она хочет съесть его? Не знаю, я что он хочет. Он играется. Ну да. Смотри, класс. Тоже так классно, льва погладил. Прям так взял живого льва и погладил. Тю. Так лежит, я думал, может ей плохо. Что с ней? Она не может встать, видите? Или это у нее поведение такое, или с ней что-то происходит. Фазан золотой. Я, кстати, на дороге у нас в Крыму часто таких фазан встречаю. Друзья, едешь, там фазан пробегает золотистый. И они на самом деле там пожирнее, очень пожирнее фазан. Порода такая коров маленьких. Карликовый, знаете, как пони. Да подходи, подходи, не бойся. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Хороший, хороший, хороший. Ой, какой носик. Ё-моё, какой ты хорошенький. Говядинка, да? Слышите, как ветра гуляют? Як? Скажи, ну как тебе здесь живется? Вкусная соломка. Дашь попробовать? Друзья, жирафы, они здесь есть, но они здесь из бетона. Это красавцы. Ой, красавцы, смотрите. Орел, орлан и сип. Вот всей семьей здесь живут. Ну как. И крылья у них, размах, смотри какой. Но они, походу, дерутся здесь. Дается впечатление, что они здесь дерутся между собой. Выясняют, так сказать, отношения, кто из них сильнее. Все, не хотят они больше летать. Они думают, это вот достаточно. Показали, сделали показательное выступление. Для нас любопытных. И все. Вот белый павлин, да, красивый? Да, наполовину белый, наполовину видишь, как у него интересно. Ну да, ну а там написано белый павлин обыкновенный.
А, вот тот, скорее всего, вот приземлился белый павлин. Обыкновенный. Все равно им в неволе тяжело, им надо в небо взлететь, на очень большую высоту. Полетать. Тогда ну, не надо. Подрезали им крылья. Пальчики не сырем. Спрятали их в сетку, в клетку. В клетку из сетки. Че, он летает, но он не может разлететься. Он здесь чувствует себя некомфортно. Пытается вырваться на воле. Нет, нет. Это бесполезно. Может залезть наверх, сделать им дырочку там. Пойдем. Повыпускаем всех животных. Пускай бегут. Давайте с вами сейчас подойдем к Мишке. К символу России. Мишка. Ну, у нас еще орел, да, двуглавый символ. Ну, медведь это вот прям русский парень такой. Вон он, ждет нас. Здесь, конечно, они не такие большие. Но все же, Мишка. Побольше. Но бурый медведь. Там дальше не вижу, я вот вижу только одно. Но это медвежонок, да? Друзья, кто знает? У них же вроде больше рост. Это маленький еще. Бурый медвежонок. Мишка, привет. Привет, Мишка. Заиграл. Ладно. Пойдем мы дальше. Посмотрели Мишку. Пойдем дальше. Спят ребятки, рыси. Мясо валяется, он разорванное. Покушали и спят. Рыси, чем здесь еще заниматься? Кушать, спать, развлекать туристов. Вот леопард. Кролики такие интересные. И славутые. Сейчас обед, да, вот они все спят. О, смотри, смотри. Смотри, смотри. Это он, да, так делает? Да. Класс. Ага. Офигеть. Леопардушка. Кошечка, да? Петух мешает. Петушок, можно потише? Мы леопарда хотим послушать. Какой красавец. Он вроде как, знаете, вот такой кошечка, такая миленькая. Вы хотите поближе камеру к нему. Он резко раз, и этот так быстро будет. Он сам, вы даже не заметите. Он очень быстрый, очень. Хочу, что какую-то опору ищет, чтобы резко смотри, прыгнуть, да? Играется реально. Да. Не хочешь домой себе такую кошечку? Класс, да, леопард? Как рычит вообще, ага. Слышишь, да, как рычит? Все, друзья, все мы вам вроде показали. Думаю, вам ужасно понравилось. Мы вам передали всю эту атмосферу зоопарка контактного. Ну, круто.
Да, эмоции, друзья. Все, друзья, всем спасибо. Поехали мы дальше для вас что-нибудь новенькое снимать. Все. Всем пока-пока.